Дело в том, что малый бизнес объективно не сможет конкурировать в там же аукционный принцип, и будет конкурс проводиться по объему заявленных инвестиций. Если малый бизнес будет конкурировать, ну, с крупным предприятием, тем же там, РЭБО, которые сегодня выступали, с тем же колхозом, с тем же, ну, с крупным предприятием, он не сможет сопоставимый объем инвестиций предложить. И они гарантированно лишаются квот. Для них это является риском банкротства. Еще раз повторю, с точки зрения объема вылова, это не такая большая потеря, может быть, 8%. Но с точки зрения устойчивости нашей прибрежной экономики, важно сохранить малое предприятие. Для этого нужно изменить. Вот в рамках доработки законопроекта учесть потребности малого и среднего бизнеса.